Чуть больше месяца прошло с окончания прошлого сезона, который принес нашей команде третье место среди сборных зоны Юг. Сейчас самое время укрепить свой титул и улучшить позиции. Футбольный клуб «Славянский» – любимая команда Сергея Кожева. Уже 2 года мальчик занимается этим видом спорта и говорит, что наши футболисты для него отличный пример профессиональной игры. Юный спортсмен надеется, через несколько лет он тоже научится так играть. Все друзья в футбол играют, а я думаю, что попробую, что же там. Ну, мне футбол больше нравится, чем там баскетбол, волейбол. Хочу добиться, чтобы меня все знали, вот за команду, там сборную какую-нибудь играл. В этот день Сергей Кожев, помощник на поле, подает мячи спортсменам. Он не пропускает ни одного матча. В первом тайме бело-зеленые находились в постоянной борьбе за преимущество с пятигорской командой. Но открыть счет не удавалось ни гостям, ни хозяевам. Ситуация изменится в нашу пользу, с уверенностью сказал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, который пришел поддержать нашу команду. Я думаю, что сохранится тот уровень, который мы выдержали в том сезоне. Мы стали бронзовыми призерами. А в этом году мы все-таки надеемся, у нас команда сильная, мы верим в нее. Ну, надеюсь, что в этом сезоне мы сохраним позиции. Мы все-таки верим, что мы поднимемся на планку выше. И действительно, ситуация изменилась. После перерыва славянские футболисты забили долгожданный гол. Несмотря на попытки пятигорской сборной взять инициативу, бело-зеленые держали под контролем ход игры. Но славянцам больше не удалось пробить оборону соперника. Матч окончился со счетом 1-0 в нашу пользу. Следующая игра пройдет 9 августа. Славянцам предстоит выступить против ростовской команды СКА. Рузанна Ефремян, Андрей Постовой, Дмитрий Мирошников. Программа «События».